Монтаж полным ходом. Сегодняшний день называют ключевым для установки стелы трудовой доблести на площади Калинина в Новосибирске. Меньше месяца остается до ее торжественного открытия. На каком этапе возведения сейчас, оценил Станислав Блинов. На сегодняшний день все элементы конструкции будущей стелы трудовой доблести Новосибирска привезли на площадку. Прямо под нами находится станция метро. Для того, чтобы снять нагрузку со свода, часть грунта рабочие замещают плитами пеноплекса. В готовом виде конструкция высотой больше 30 метров будет похожа на поднятый вверх клинок, облицованный листами из нержавеющей стали со стеклянными вставками с двух сторон. В виде эфеса круглый LED-экран, на который будут выводить видеоизображение. А в вечернее время стела будет подсвечиваться изнутри. Прекрасно понимаем, что на таких объемах все равно где-то надо будет подгоняться, где-то надо будет какие-то миллиметры, сантиметры ловить, потому что все шовчики должны быть ровные. Представляете, чтобы стекло или металл, который будет стыковаться все равно через какой-то шовчик, он должен быть аккуратным, там должен быть не более там, 1,5–2 мм, чтобы это красиво смотрелось. То есть такая тонкая, ну, ручная работа. Работы идут по графику. Внутреннюю часть кольца на площади украсит газон и тротуарная плитка, но пешего доступа к стелле не будет. Практически всегда по кольцевой развязке двигается плотный поток автомобилей, да и изображение на LED-экранах лучше смотреть издалека. Городские власти обещают обновить и саму площадь Калинина по внешнему кругу. Прошли переговоры с заводом, чтобы поучаствовал в благоустройстве своего сектора. И, в общем-то, достигнуты такие договоренности. Эти работы мы будем проводить уже в следующем году, я имею в виду тротуарную часть. И в соответствии с нашим дизайн-проектом разработанная проектно-сметная документация. Вертикальную установку проведут 20 октября. Торжественное открытие стелы трудовой доблести Новосибирска запланировано на 3 ноября. Станислав Блинов, Александр Миняйло, новости ОТС.